Ромат не цепляется, вот так вот. Спроси про когти. Наверное, надо отключить. И ветеринар... Положено. Салфетку. Без контроля, домой придем, мне телефон послужил. Не зарядка. Вот смотрите, это ужас. Малыш, ну ты че? Даже никто не забирает. Надо ему это. Кого? Он забирает. Да, вот смотри, с таким остервенением. И попробуй оттащить, он в окно. Да, он оно все. Вот так вот гребет, чтоб обратно снизить. Испачкало его всего. Можно будет сюда высыпать? Легче взять. Или уже съел? Ну почти съел, просто оно все липнет, что ли? Ну да. Ну выгреби туда, наверное. И что он прибежал туда, смотри. Вырывайся. Человек тебя обслуживает, а? Да, только Тёмыч, не урони его. Крепко себя держи. Я сам боюсь. Сегодня рассказывала Ольга Анатольевна, сегодня убился один той карьеру у знакомого. Уронили головой, бац, и все. Да, из этого не очень удобно. У нас лапу ломало. Он еще дохлый такой, у него кости все слабые. Пока ну, маленький, сколько, на 3 месяца получил? Ну, это обжора. Март? С марта по апрель. А на 2 месяца больше. Все раскидал. Ну он бутуз такой, да? Такой сладенький. И сейчас на... Смотрите, он убирается. Я не могу. Ужас. Налей теперь воды ему попить. В это же ему надо налить маленькую. Ой, он теперь какать что ли будет сразу? Ну да, сейчас может поставить на сайт. Ну, хорош.